Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! На этот самый момент, когда я записываю это видео, у меня стало 999 абонентов. Еще один подписчик, и вас у меня будет первая 1000. Я искренне рада каждому подписчику. Дорогие мои творческие друзья, конечно же, творческие подружки. Вы себе не представляете, насколько мне приятно ваше общество. И знаете, я решила сделать такой небольшой сюрприз для 1000-го моего подписчика, для моей 1000-ной творческой подружки. Я хочу сделать мастер-класс по ее заказу. В самом начале, когда я только начала записывать мои видео, я уже однажды так поступила, я предложила моей подписчице, которую зовут Ирина, заказать мастер-класс. И сделала мастер-класс по ее заказу. Это была шапочка Бини. И я хочу вам сказать, что эта шапочка Бини у меня всегда набирает самое большое количество просмотров. Я не думаю, что это, ну, просто такой простой эпизод в моей жизни. Все как-то так неспроста. Я еще раз хочу поблагодарить Ирину за то, что она когда-то заказала мне этот мастер-класс. И сейчас дождусь вот того 1000-го моего подписчика, мою 1000-ую подружку, ту, которая подпишется сейчас на мой канал и станет той юбилейной подписчицей, я предлагаю заказать мастер-класс, какой бы вы хотели увидеть в моем исполнении, мастер-класс по какому изделию. Пожалуйста, вы можете у меня заказать это изделие, я постараюсь его для вас сделать. Этот ролик я постараюсь выпустить к моему еще одному юбилею. Дело в том, что мой канал открылся 14 февраля 2021 года. И вот в этом году, 14 февраля, на День влюбленных, моему каналу исполняется 1 год. Это еще один юбилей. Я еще раз хочу вас поблагодарить, мои дорогие творческие друзья, за ваш интерес к моему творчеству, за ваши отзывы, комплименты, лайки, за то, что вы смотрите, комментируете мои видео, и особенно за то, что вы у меня есть. Вы себе не можете представить, как мне приятно находиться в обществе творческих людей, себе подобных. Я вас приглашаю, подписывайтесь на мой канал, и чтобы не пропускать мои новые видео, вы можете нажать на колокольчик, который находится справа внизу под моим видео. Я вас поздравляю с нашим первым общим юбилеем и жду вас всех в моей творческой мастерской. До следующих встреч, мои дорогие творческие друзья!